Как отметила Наталья Комарова на совещании по обеспечению правопорядка, число погибших несовершеннолетних в этом году больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Глава региона предложила в работе с подростками сделать акцент на выявлении детей, склонных к совершению самоубийства. Кроме того, в ближайшее время появится единый образовательный портал для подростков, педагогов и родителей. Психологическая помощь детям должна быть доступна, в том числе и за счет формата, удобного, в первую очередь, для детей. На базе центра можно также создать и киберлабораторию, одним из направлений работы которой станет организация дистанционных курсов, направленных на повышение компетенций граждан на вопросах медиабезопасности.